Я про свою. Там я добавил фотки и небольшое видео. Это 208, да? На 208. Да. А ты вот уже видео говорил, какое-то делал свое видео. Ну да. Это тоже на 208? Да, то, о том же. То. Там же в одной из публикаций фотки, там в конце публикации ну, фото, просто, видео. А то я что-то спасибо. Да. Думаю, да, что оно. Это не, не ты... то, что надо. Да, ты не то, что надо смотришь вообще. По тебя, короче, кто-то там это. Да невозможно. Хизняк 107. Не, ну может, ну это же фамилия с названием, мало ли кто-то, таких людей много. А, да. С такой фамилией. Это же забей. У меня, в общем, подписано в описании. Фотостудия и моё имя подписано тоже. Ты не перепу, не запутаешься. А кстати, в хорошем качестве хочешь глянуть? Я на YouTube кинул тоже. Что? А это же видео кинул на YouTube, то есть там Instagram сжимает качество. А на YouTube хоть получше, там 720-60 кадров. Ага. Там, посмотри, там качество получше будет. Ага. Ну, не на том, ну, где. YouTube. Да, не там, где 700 подписчиков, а 100 с чем-то, там смотри. Там как прописывать на ютубе? Просто зайди, откроешь мои видео и там найдешь. Там называется Quick, ну, как приложение. И дата, и год, месяц и время. Мне, наверное, прописать надо, потому что там я же на тебя не подписан. Как это не подписанный? А потом, чтобы мама твоя не видела видео. Я же на ютубе. И в Инстаграме даже. Я только на... На что я тут? На Фейсбук разве что. На Фейсбук только. Угу.